Это прям как в фильмах зомби, они прям руки свои через мою дверь. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. Был у нас небольшой перерыв в выпусках, недели две примерно. Так надо было, короче, все, не спрашивайте, не задавайте лишних вопросов. Сегодня у нас с вами очередной ночь, потому что не день сегодня, надо пойти поспать. Короче, сегодня у нас очередной день выполнения ваших заданий. Смотрите, какая огромная вышка, башня, не знаю, для чего она мне нужна. А может быть, для чего-то и нужна. Как вы думаете, попугаи? Они ничего не думают, ничего дельного не говорят. Как ты думаешь, полоску? Ну, Евгений, это снова вы. Господи, как же от вас смердит. Вы зубы-то хоть чистили? Ну ладно, немножко освоились, побегали. Теперь давайте выполнять ваше задание. Первое задание — Северин Шепель. Называется «Крышеснос». Построить второй этаж дома и построить крышу. Очень хорошее задание, то, что нужно. Давайте выйдем сюда и начнем добывать древесину. Мне вот интересно, когда я срубил ствол древесный, вот эта вот листва остается? Или она потом исчезнет? Где наш верстак? Мы с вами сделали 4, давайте больше, максимально много сделаем. Очень-очень много дубовых бревен. А значит, пора приступать к строительству второго этажа. В целом, мне придется очистить вот эту вот всю местность. А, блин, а как же нам забраться наверх? Можно сделать лестницу. Лестница готова. Раз, два, три. Во. Теперь это все нужно очистить. Чего? Яблоко? Из листвы? Ну-ка, ням-ням-ням. Вполне себе. Как только мы очистили крышу, мы смотрим наверх, и нам приходит в голову идея. Мы выполним задание, но на своих условиях. Я построю второй этаж на этой башне. Зачем мне здесь второй этаж? Тут и так все окей. Только я пока еще не придумал, как конкретно я его буду делать. Попробуем сделать одну плиту. Одну пока что. Все, делать по 6. 6 тоже норм. Отлично. Отлично. Так. Потом мы делаем, получается, вот таким вот образом. Ох, это будет очень долго. Я надеюсь, мне не наскучит, но я постараюсь. Я постараюсь это сделать сейчас. Так, хорошо. Просто кучу плит этих сделали. Ну что, понеслась. Уже светает. Смотрите, вот пока чего я достиг. В целом, мне не так долго осталось, кажется. Как детишки строят в Майнкрафте огромные сооружения. Я сдохну сейчас. Еще немножко осталось. Не понимаю, как можно столько сидеть. И мы достигли вершины. Так, ну в целом видно вообще все. И здесь очень весело. Это головокружительная лестница, я так и назвал. И теперь мы можем с вами спрыгнуть вниз. Зачем прыгать-то? В принципе, у нас здесь куча дел. Давайте строить. Воу! Не понял. Это что за прикол? Какая интересная фишечка. Когда ты зажимаешь Shift, оказывается, то он не может упасть с края. Слушайте, это очень удобно. Я всегда падаю с края. Край нам нипочем. И вот здесь будет второй этаж. Ох. Что-то прикольное, мне кажется, вырисовывается. Нет, стойте, я понимаю сейчас, что, оказывается, я не веду этот ролик так, как ведут обычные майнкрафтовские каналы. Так, давай, соберись, Евгений, ориентир на самых маленьких. Итак, ребятишки, смотрите, мы ставим кубик, раз, кубик ставим, два. Классно, ребят, да, ставьте лайк. Я аж ловлю странные, будоражащие меня чувства внутри. Но вы еще слишком маленькие, детишки, чтобы понять, о чем я говорю. Вот там бабочки в животе... Тут у нас будет балкончик красивый. О, я даже знаю, как это будет выглядеть. Смотрите. Ё-моё, кажется, я падаю. Как же так? Бывает же такое? Прямо себе на второй этаж. Блин. Так, забыл Shift зажать. Но это должно было случиться. Все нормально. Так, собираем. Боже мой, все, наверное, в хлам просто разлетелось. Да ничего. Иногда бы бывает пад. Кажется, здесь какой-то зомби. Ой, ё-моё, прям настоящий зомби. Он прям ко мне в дом стучится. Черт! Черт, они сейчас запинают, да? Быстрее, уходим отсюда. Да уходим отсюда! Куча зомби! Заходи! Чуть не погиб. Это прям как в фильмах зомби, они прям руки свои через мою дверь. На, давайте, запинай. Ой, блин. Ко мне в дом явился. Все, всех убили. Знаете что, давайте спать ляжем. Достали эти зомби. Утро доброе. Где песок?
Мне нужен песок. Что ж, давайте сделаем несколько стеклянных панелей. Ну что ж, пойдемте наверх. Заодно посмотрим, как наша лестница работает. Неделя, не лоханулся. О, это головокружительная лестница. О, боже мой. О, как мне плохо. Мне реально башка уже кружиться начинает от этой лестницы. Сколько ее еще осталось? Ой, подняться наверх, это просто сдохнуть можно. Наверняка же в этой игре есть лифт. Пожалуйста, скажите, как сделать лифт? О, все, мы здесь. Мы продолжаем. Итак, я хотел сделать красивую стеклянную панель. Так. Так. О, белиссимо. И еще хотел сделать, если это возможно, конечно. Такой стильный балкон с красивой стеклянной перегородкой. Ой, как уютно здесь. Можете теперь спокойно подходить вот так вот к краю и не бояться, что я упаду. И не жать shift. Здесь все ставим. А можно ли сделать такой стеклянный потолок? Хотя не знаю, зачем мне это нужно, если меня, по-моему, солнце испепелит нафиг. И вот здесь мы закрываемся. Ну-ка, а если вот тут поставить? Что это получилось такое интересное? Во! Какая необычная крыша. Пусть будет так. Ну что ж, вот. Вот такие у нас есть интересные штуки. Ребята, понравилось вам это или нет? Если да, поставьте лайк. Это второй этаж. Задание выполнено. Задание от NPC. Темная тайна. Вырыть подвал, хранить в нем что-нибудь стрёмное. Короче, сейчас пойдем выполнять это задание. А отсюда можно сделать лютый разбег. Ой, ё-моё. Пожалуйста, в воду. Пожалуйста, в воду. Пожалуйста, в воду. Оп! Есть. Всего лишь отбил насмерть себе лицо. Итак, как раз-таки наступила ночь. Пришло время рыть подвал и хранить в нем что-нибудь стрёмное. Вы готовы? Ну что, детишки, пойдемте ко мне в тайный подвал. Ходим сюда. Идем. Ты тоже хочешь, да, туда? Хочешь узнать мою страшную тайну? Но нет. Так, тебе надо оттуда выйти. Так, все, хорошо. Все, больше никого нет? Опа, что это было сейчас? Что это было сейчас? Эндермен. Что он? Что он переносит? Что-то переносит. А что если я его... Что если грохну? Вау, блинушки! А! Он телепортируется. Так, хорошо, он не любит заходить в воду. У меня есть стрелы? У меня стрел нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нафиг. Куда он делся? Исчез. Исчез, слава богу. Видимо, в него из лука не попасть. Он телепортируется. Что ж, мы задание выполнили. И теперь последнее такое более-менее легкое задание от Матримау. Скрещение двух народов. Ого, нифига. Набери воду в ведро, найди ближайшее озеро лавы, вылей в это озеро воду, смотри за результатом. Это мы сделаем очень быстро. Ведь как раз у меня ведро готово уже. И лава известна, где находится. Ну что, ребята, давайте посмотрим. Выполним челлендж. Что будет, если воду вылить в лаву? Посмотрим через 5 секунд. Лава здесь. Почти у лавы. Мы у лавы почти. У лавы уже почти. Вот здесь. Мы здесь. Возле лавы. Давайте, ребят, посмотрим. Но прежде чем мы посмотрим, поставьте 2,5 лайка. Отлично. Пробуем. Выливай. Дерется. Полилась. О, охренеть, ребята. Кажется, я охренел. Что это? А что если налить в ведро лавы в воду ведра? Давайте узнаем. Ставьте лайк. О, какие чудеса происходят. О, мы можем ведро лавы сделать. Но оно исчезает из ведра. И что мы добыли-то, хоть не понимаю? Что-то, что не добывается вовсе. Это не добывается. Ох, нифига себе. Мы сделали что-то, что невозможно добыть. Невозможно украсть. И невозможно забыть. Давайте попробуем. Все-таки, может, чем-то можно это добыть? О, боже мой, ничем, ребята, в шоке я. Давайте еще побольше воды сюда нальем. Ох, нифига себе. Лавы больше здесь нету. Ты кто? Что здесь делаешь? Что надо? Хлеба хочешь? О, я сел. Оно меня повезло куда-то. Хорошо. Меня катают. Как весело. Ну что, я думаю, на этом мы с вами и закончим этот видос. Надеюсь, ты останешься
следующий раз, когда я зайду в эту игру. А на сегодня, думаю, мы с вами закончим, друзья. И, кстати говоря, не привыкайте, я не майнкрафтовский канал. И не буду только в Майнкрафт играть. Перестану играть, как только надоест. Поэтому поинтереснее задания всегда давайте мне какие-нибудь забавные, смешные. Ой, это, по-моему, штука, это лама меня везет прямо к зомби. Ты чё, предатель? Ты заодно с ними? Не суть. Ну а короче, на сегодня все. И ставьте кучу лайков, если этот видос превышает. И также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. И все ссылки, которые вам будут интересны, в описании под видео. А с вами был Юджин, и всем пять!